«Три кота», «Маша и медведь», «Песни и танцы». Сегодня на Макаренко большой праздник для детей и их родителей. На территории 19-го детсада на улице Абрикосовой торжественное открытие нового корпуса. Новый блок построили в сжатые сроки, всего за 3 месяца, но на качестве это никак не отразилось. Все не просто соответствует стандартам, внутри красиво и уютно. Работу строителей сегодня оценила вице-мэр Сочи Полина Деняк. Буквально за 3 месяца вот такую замечательную территорию и все здание. Молодцы. И новые площадки у нас игровые. Сколько всего деток у вас? Так, на сегодняшний момент 470 восьми в основном корпусе и 80 здесь. 80. Да, уже направления все, да, выданы. Вот будем с вашего разрешения. Сегодня начинаете. Конечно, да. В новом блоке разместятся 4 группы. Садик полностью укомплектован техникой и мебелью. Здесь есть все для развития малышей. Направления уже выписываются, да, уже мамочки идут, пишут направления в МФЦ. Да, у нас, в принципе, все готово, вы видели, поэтому мы готовы и завтра принять уже первых ребятишек. Маленькие Асия и Амина – подружки, так же, как и их мамы. Сюда ходили старшие дети девушек, теперь пойдут и малыши. Это огромное счастье на самом деле. И я очень рада, что мы идем именно в этот детский сад, потому что как бы здесь и педагоги все очень хорошие. Поэтому, несомненно, это большая радость. Шикарно. Все нравится, игрушки. Все сделано для детей. Невольно вспоминаешь свое детство и потихоньку завидуешь нашим детям. Хочется тоже очутиться в этой атмосфере. Особым сегодняшний день стал и для молодых мам и пап микрорайона КСМ. Здесь открыли новый корпус на территории 35-го детского сада на улице Труда. Здание рассчитано на 80 мест. Это плюс к существующим здесь 450. Очень довольна, очень приятно, что в нашем районе открылся новый корпус, и деткам будет куда ходить, а то мест не хватало до этого. В новом блоке, так же, как и в корпусе на Макаренко, есть и ясельная группа. Здесь для малышей от 1,5 лет – манеж, пеленальные столики и вот такие кроватки. Есть и музыкальный зал. Сегодня детсадовцы для гостей праздника дали здесь свой первый концерт. Эта пристройка современная, просторное, светлое помещение, оснащена современной техникой, оборудованием. Здесь теплые полы в групповых группах, то есть такого еще не было. Это очень здорово и хорошо. Оба открывшихся сегодня детсада построены за счет средств муниципального и краевого бюджетов, а уже послезавтра в Сочи откроют еще один детский сад. В Хосте на улице Октября. Его возводили по федеральному нацпроекту. Дошкольное учреждение рассчитано сразу на 280 мест. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.